Если вы имеете некоторые проблемы с печенью, почками, органами ЖКТ или же с костями, то вам может отлично помочь такое средство. Вам потребуется всего три ингредиента. Ромашка содержит большое количество полезных микроэлементов. Она очень полезна для нервной системы. Ромашка способна уменьшать тревожное состояние, расслаблять и расширять стенки сосудов, тем самым снижая напряжение и убирая головную боль. Ромашка оказывает благоприятное воздействие на сердце, дыхательную систему, на ЖКТ, а также на всю выделительную систему. Еще одним полезным растением для организма является шиповник. Он обладает антимикробным действием, положительно влияет на кровеносную систему, способен понижать артериальное давление и снимать отеки. И дополняет эти два кладезя витаминов изюм. Изюм ценят за его бактерицидные, иммуностимулирующие, седалищные и мочегонные свойства. Калий, входящий в состав изюма, положительно влияет на работу почек и состояние кожи. Также он является помощником для организма в выводе различных токсинов и шлаков. Изюм помогает очищать кровь, что позволяет спортсменам гораздо быстрее восстанавливаться после серьезных тренировок. И для получения максимального эффекта рекомендуется использовать эти компоненты вместе. Из них можно сготовить отвар. Для этого необходимо взять столовую ложку изюма, столовую ложку шиповника и чайную ложку ромашки. Залейте все ингредиенты горячей водой и кипятите на медленном огне 10 минут. Далее отвар процедите и употребляйте 3 раза в день после еды по 1/3 стакана.